Здравствуйте, мои дорогие. Вон погода какая. Вроде, вот кажется, да, холод собачий. Просто ветер. Я в капюшоне, в пуховике. Вот, а мне надо ехать в Черноморск, потому что что-то я не сообразила. У меня этот мезим 20 тысяч. На 3 дня всего пачки хватает. Вот, потому что пью я их по 7 таблеток в день. Вот очухалась, блин, надо ехать. Ну и кефирчику надо купить. И зайти на рынок в Золушку. У меня пины кончаются. Нечем работать. Вот, а так как я сейчас... дома пытаюсь себя занять чем-то. Нужны пины. А там наверняка опять у них одни коротенькие. Не знаю, зачем они их закупают, коротенькие. О, солнышко вышло. Вот стою, жду маршрутку. А, вон идет. Так, а сегодня у нас цыганский рынок. Я что-то забыла. Не, ну не пойду, мне там не надо ничего. Нет. Сейчас доеду до рынка, схожу в аптеку. А, и в путь надо зайти. Денег снять, потому что у меня налички нет. А на рынке там... так. Я все жду, когда зацветут. Ой, сейчас бы пару дней бы теплых, и зацвели бы и персики, и абрикосы. Потому что они уже прям вот готовы, готовы. Почки уже вот-вот откроются. А погода такая холоднющая. Вот сама радуюсь и вас порадую. Вот они, лапусечки. Вот они, мои хорошие. Ну, еще не все цветут, конечно. Но ничего. Скоро все будет хорошо и красиво. Очередь в банкомат. Не знаю, меня почему-то так веселит эта вывеска. Но я никогда там не была у Адольфовны. А там вот крупа, рыба, курица. Надо как-нибудь зайти посмотреть. О, роскошь-то какая. Свет не выключают. Забыли, как сидели без света? 2 года. Теперь свет не выключают. Безобразие. Построили магазин. Рядом с мечетью. Халяльный магазин был. Немножко поработало все. И теперь продают. Вывод какой? Не нужен халяль никому. Ну что, купила я себе таблетки, купила кефиру, йогурту. Сходила на рынок. Пинов нет, конечно, которые мне нужны. Все, встала у меня работа. Ну, в смысле, встала именно по этому украшению. Вот, зато купила тесьму. Хочу молнию вставить на камуфляжную кофту. Вот. Жду Толика. Как всегда. Еду уверенным тоном, говорит Толик.
Ну, а ты стой, жди. Уже пылище прям. Чуть чего и пыль летит. Чуть народу мало сегодня. Из-за того, что холодно, что ли? Ой, сегодня это самое с утра. Ну, сидела там, рукодельничала. И так слушала про артистов. Боже ж мой, господи, какая же грязь. Какая же грязь. Боже ж ты мой. И прям всплыла у меня, всплыло выражение такое в голове. Когда была революция, я не помню, кто это сказал, Ленин или кто. Но, короче говоря, сказали, проституток, артистов и извозчиков не трогать, потому что они служат любой власти. Вот. Вот этим все сказано. Фу, аж прям противно, правда. Даже какой-то осадок прям нехороший остался. Ай. Ну, где он? Толик этот. Чудо-Толик. Грустно, девочки, жить грустно. Я постоянно голодная. Злая от этого. Я терпеть не могу каши. А мне приходится есть каши, да еще на воде. Да без соли, без сахара, без масла, без всего. Рыбу вот эту вот никакую, которую я никогда в жизни не ела. У меня вообще такой принцип. Я лучше куплю немножко, но хорошего, вкусного, чем вот эти ментаи, хеки и вот это все. Да, вот я люблю мойву. Ну, так она сейчас тоже стоит уже не как раньше. Вот. В общем, короче говоря, никакой жизни. Никакой. Это кошмар какой-то. А так хочется всего. В магазин заходишь, и этого, и того хочется. Ну, в общем, я не знаю, это не жизнь. У меня еще беда-то из-за сахарного диабета. Что-то можно, в основном нельзя. А получается, с поджелудочной нельзя и то, что можно с диабетом. В общем, вообще ничего нельзя. Кошмар какой-то. А оно все болит, а болит и не проходит. Одни таблетки ем и кашу на воде. В общем, грустно, короче говоря. Ну, на одни названия не могу смотреть. То я все возмущалась, что тут ассортимент продуктов маленький. Теперь мне кажется, что он такой огромный. Потому что ничего нельзя. Ой. Ну, я надеюсь, что потом, когда залечится-то, можно же будет, правда, что-нибудь? Ну, иначе это просто вообще, ну, кранты. Вот он, голубь приехал. Голубь мира прилетел. Ну что, значит, все розовое я убираю. Потому что нечем мне делать. Таблетки буду есть в огромных количествах. Вот беда-то, господи. Сделала себе вот такой браслет. Надо же иногда что-то себе делать, правда? Ну что же это я? Все кому-то, а сама...
Вот видите, как отличается цвет, ну, на камеру. На самом деле, вот на этих медных штуках и бусины одного цвета. А камера передает так, как будто они более голубые, что ли. И сделала пару вот таких сережек из крошки. Не хочется что-то кирпичи на уши вешать. Я люблю из крошечки серьги. Такие лохматенькие, как каменный мех. Вот. Это я готовлюсь к поездке. Давно ничего себе лично не делала. Хочется иногда себя порадовать, правда? Так, и сделала себе шарф. Ну, вернее, он у меня был. Скажем так, я его больше переделала. Вот. С такими штучками. Я не стала их смыкать. Пусть они так висят. Пусть висят так. А потому что у меня пришли вот такие бейлы. Думаю, ну-ка переделаю-ка я себе шарф. Ну, а что, ну, правда, ну, совсем на себя наплевала. Правда, с чего носить, я не знаю, у меня одежда вся спортивная. Но пусть будет. Вот такой вот шарфик. Скоро лето. Вот хочу вам показать самые грязные и чистые места в море в Крыму. Самая прозрачная вода. Видите, вот, сейчас я вам покажу. Вот наш мистер Ханкут. И вот, ой, где это? Вот. И вот там вот, я не знаю, правда, где эти мысы. Я не была там. Мыс Опух, мыс Чауда. Вот, самая прозрачная вода. Вот. А весь этот ЮБК не справляется с работой. Очистные сооружения, видите? Видите, даже в Николаевке. Вот так вот. Вот так вот. Так что реклама Черноморскому. К вечеру вот хочу вам показать, что я сегодня еще сделала. Вот сделала вот такое украшение. Это для тех девочек, которые любят такой, знаете, минимализм. Оно под шею, оно что-то около 50 сантиметров. Это просто шейка у манекена такая. Тоненькая. Ой, не почистила опять. Ой, все время забываю. Вот, так что вот так. Вот такой шарф сделала. Он, видите, он вот, вот такой вот, вот с таким... Господи, как я не знаю, гофре-плиссе, как это называется. Ну, не просто полосками, а вот таким рисунком. Вот. Хотела сделать с золотом сначала, а потом смотрю, а он блестит-то серебром. Поэтому вот сделала вот с такими стеклянными бусинами. Что, очень элегантный шарф. Вот такой вот шарф сделала. Вот это типа капрона, но не, знаете, не противный на ощупь. Я вот, вот такие стеклянные прям не могу переносить. А вот этот вот такой какой-то мягенький. Вот это агаты. Закончились у меня всякие бордовые там. Остались одни агаты.
Тоже вот такой вот шарф. У него, сейчас я вам покажу, по краям вот такое, как это сказать-то? Ну, вот вы мне скажите, я вам скажу. Ой, девчонки, ну совсем склероз стал, вообще забываю слова. Ну, вот вязаная такая тесёмочка, кружавчик, ну, в общем, не знаю, вот, вот оно по краям вот так вот сделано. Вот. Ну и, собственно, все, дело уже к вечеру. Причем погода разгулялась к вечеру, к закату. Весь день было черт знает что, честно говоря. Вот. Так что, как сказать-то? Поесть заработала, только вот поесть не знаешь чего. Красота. Красота. Но рано. Вернусь еще минут через 10. Ну вот, теперь на закат больше похоже. Сейчас посмотрела погоду. Завтра обещают плюс 11. Сейчас на градуснике плюс 6. Но, ну, написано в погоде, ощущается как плюс 1. Вот на самом деле. Вот представляете, какая разница? Прямо руки замерзают. Вот такая погода. Солнышко так прикольно за облачка. Вот, ну что, я так сегодня понаделала. Развлекаю сама себя, называется. Что-то говорить, девочки, я уж сегодня вам жаловалась днем. Что плохо у меня с пропитанием. Вот. Ну, а остальное все нормально. Пришел мне ответ, что я кровь сдавала. Ну, я там ничего не понимаю. Пойду, когда к врачу, он мне объяснит, что и как. Вот, а так все. Все потихонечку. Ой, красиво. Звонил Толик. Он мне теперь звонит вечером и спрашивает, что интересного я нашла там, прочитала в интернете, что увидела. Вот я ему сейчас рассказывала. Ой, как красиво. Сейчас рассказывала, что вышел из тюрьмы маньяк вот этот из Скопина, или Скопин, как он, город в Рязанской области, который много лет назад держал у себя двух девочек несовершеннолетних. Одна даже рожала несколько раз, 3 с лишним года он их держал. Вот он отсидел 17 лет и вышел. И первый, кто у него взял интервью, это была Ксения Собчак. И вот я Толику рассказывала, что да как. Ой, как красиво. А вот в телефоне как-то не так. По-другому. Он говорит, а я в новостях этого не видел. Я говорю, ну, значит, может, и не было в новостях. Или не на первом, а втором канале, который ты смотришь. А, еще рассказала ему, что в Италии арестовали виллы Соловьёва этого, который по вечерам истерит на телевидении. Вот, и сказали, что их продадут, но денег он не получит. Там бешеные деньги просто стоят виллы эти. Ну все, мои лапуськи. Давайте
Пойду я молнию еще никак не сделаю. Надо доделать. Да и холодно, прям холодно. Я так в пуховике, а штаны тонкие на мне, прям продувает. Все, смотрите, как красиво. Все, зайки мои, спасибо вам огромное за комментарии, за ваши. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Сейчас я вот очухаюсь. Буду повеселее. Я надеюсь, что все нормально будет. Во всяком случае, хочется надеяться. Ладно, давайте, мои дорогие, не болейте, не расстраивайтесь. Ни из-за чего. Берегите свои нервы и себя берегите. И близких своих берегите. Пусть все у вас будет хорошо. Я вас обнимаю. Давайте. Спокойной ночи. Ну и пока-пока. И вам, и солнышку пока-пока.